Скайлер, просыпайся, сегодня важный день. Дай поспать еще 5 минут. Нет, уже нужно готовиться. К чему? Как к чему? К его дню рождения. Стоп, что? Сегодня мой день рождения? Стоп, нет, не сегодня. А у кого тогда, если не у меня? Доброе утро, Хлоя. О, тортик. Не трогай, это не тебе. А кому? А ты как будто бы не знаешь. Достала уже. Вот реально притворяется постоянно. Сумасшедшая. Да что сегодня происходит? Ужасное утро, ужасное начало дня, а значит ужасный весь день. А почему тут пусто? Как почему? Всю еду на праздник забрали. Но у меня нет денег. Можешь взять деньги в кафе, на тумбочке лежат. Отлично, класс, круто, потрясающе. Этого мне хватит на 1 стакан воды. О, Мика, привет, я так рада, что встретила тебя. Сегодня все так странно себя ведут. Ты не видишь? Я занята. Ты мешаешь готовиться к его дню рождения. Да к чему? Вы что, все издеваетесь надо мной? Что будете заказывать? 1 стакан воды. Держите. Ой, простите. Ты чё, совсем не видишь, куда идёшь? А ты чё путаешься у меня под ногами вечно? Я, между прочим, спешу. И ты туда же? Да ё-моё! Вообще, кто это был? Такое ощущение, что я уже его видела где-то. Ладно, пойду схожу к бабушке. Привет, бабуль, я тут пешком до тебя дошла. Скайлер, мне сейчас не до тебя. Дай угадаю. Тоже собираешься к какому-то там неизвестному на день рождения? Да-да-да, можешь взять деньги на такси, если надумаешь домой ехать. Чао. Класс, теперь я точно осталась одна. Ладно, хоть поем перед тем, как идти обратно. Блин, почему дома так темно? Да где этот включатель света? Ребята, совсем недавно, а то есть 26 июля, моему каналу исполнился целый год. Вы представляете? Прошло уже больше года тому назад, с тех пор, как я выложила свое первое видео. И выкладываю до сих пор, между прочим. С того самого прекрасного дня, 26 июля. Я очень рада, что вы меня смотрите, ведь за год я смогла набрать такое большое количество людей, которым нравятся мои видео, и мне безумно приятно это понимать. Спасибо всем большое за ваши добрые комментарии, которые помогают двигаться вперед и развивать канал, а не стоять на месте. Спасибо вам всем. И я поздравляю вас с нашим общим праздником, который называется День рождения канала Алена Мэйли.